Азы Здравствуйте, дорогие друзья. С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем проходить Гарри Поттер. На данный момент это Гарри Поттер и Кубок Огня. Так вот, я сразу могу попросить у вас прощения за настройки, потому что кроме субтитров тут нету ничего, поэтому разрешение тут крайне галимое. И я играю с геймпада, поэтому извините за мою криворукость. Потому что игра была, скорее всего, портирована с какой-нибудь консоли. Скорее всего, это была PlayStation 2, судя по качеству графики. В Литл Хэнглтоне по-прежнему зовут. И на геймпаде гораздо удобнее играть, чем на клавиатуре. Полвека назад служанка обнаружила всех трех Реддлов мертвыми. Обойдемся без Гарри Поттера, господин. Нет, мне нужен мальчишка. И больше никто. Нагайна. Это решено. Я надеюсь, меня нормально слышно. Потому что вот так Гарри вот. Поттер, нет, вот, Рон вот, Уизли вот. И Гермиона Грейнджер вот так вот, наверное, нормально. Прибыли через портал на чемпионат мира по квиддичу. И видели, как Ирландия победила Болгарию. Ночью шайка пожирателей смерти, адептов Волан-де-Морта, напала на лагерь. Какие интересные скриншоты. Артур Уизли. Почему нельзя было ставить Рона и Гермиону вырезку из фильма, если как бы по одному сюжетному. Еще там, наверное, какие-то были отчисления, киностудию, бла-бла-бла, но неужели это так сложно? И поднять ценник игре там долларов на. Так, я Гермиона. Быстрее! Да, пойдем. Пойдем. О, бобы. А это что за хрень? Грибы какие-то. Вы могли, наверное, заметить то, что я в нее играл, но я играл для того, чтобы просто настроить. Что это за тварь? Настроить немножко. Болотничек. Микрофон. Так, как эту фигню? X. X. Вингардиум Левиоса. А вы и так справляетесь без меня. Орбис. Акцио. О, Y. Ништяки. Поехали дальше, ребят. Тут еще эти штуки. Тут ты это прав. Болотники, Рон. Да на какую кнопку он их? Меня цапнул. Архидеус. Алло. Он меня цапнул. Хватит выбивать. Вот, я нашел. Ой. Класс. Ой. Концерти Берти Босс. Отлично. Пойдем, короче, ребят. Все. Папа! Нам нужно поднять этот камень вместе! Ну, поехали. Уберите камень с дороги! Осторожно, управление пап! Тут неправильное, естественно говоря. Давайте, где эти хрени? Я вас жду. Ну, клёвая физика зато есть. Ну-ка нафиг. Орбис! Это правильно. Вингардиум Левиоса! Хорош на меня кидать камни. Изверги. На, вот тут реально клевая физика. Вот так вот. Бум! На! Клево. Ништяк. Тиририн. И закинул, короче, туда. Поехали. Бегом! Я камень с собой заберу, мне не понравился. Вот он, мой камень. Что это за невидимая стена? Почему я не могу сюда закинуть? А вот так вот я могу сделать? Уи! Да. Поехали, хлопцы. Давайте. Тянем. Отлично. Отлично, поехали вы дальше. Трое, бегите! Бежим. Здесь опасно. Сейчас дерево бабах, да? Я знаю. Да давай. Используйте карпоре трактум. Идите. Бежим. Ты уже здесь.
Дед, ты чё? Бежим, ребята! Все сюда! Ну вы чё не помогаете-то, идите? Шевелитесь! Сколько можно? Короче, мы и так пройдем, идите вперед. Бежим, бежим, бежим. Они повсюду. Они повсюду. Приготовьтесь драться. Господи, почему мы деремся с крокодилами, а когда нормальные люди дерутся с этими, с похитителями, как там называют? Он меня укусил. Натуре. Эта тварь кусается. Да вы заколебали. Я не вижу ничего. Ладно. Ты ж ты, жучара, иди сюда. Жучара. Хорош. Командная работа. Поехали. Давай, давайте, сражайтесь, ребят. Эта тварь кусается. Да как ты меня заколебал? Так, а ну-ка вон со сцены. Все, автопати кончилась. Пора расходиться. Камень туда же. Он кусается. Да ты, неудачник. Так вот надо. Не свалитесь. Смотрите, какие клевые. Куда она пропала? Моя нога. Да идите от тебя, Рон. Вингардиум Левиоса. Че, выкинь его просто нафиг. Вингардиум Левиоса. Да вы откуда беретесь-то? Идите нафиг. Они кусаются. Эта тварь меня укусила. Шлеп, шлеп. Да почему? Что с камерой? Вот эти вот сцены. Да подними ты его и выкинь. Отлично. Его сюда вот. Вингардиум Левиоса. Ну и выкинь его, выкинь. Ух ты. Что это было? Что за наркомания? Все, пойдем. Мост! Мост! Натуре! Какая наблюдательность! Вот прям я ее люблю. Быстрее! За это. Алло! Эй! Черт! Что это за хрень? Здорово, парень. Клевый капюшон. Как нам обойти этого пожирателя смерти? Бревно! Мы не можем его ударить! Че это? Пригнись! И он упал, конечно. Мордмордр! Что это? Черная метка, Гарри! Да, да, знак? Да. Сам знаешь кого! Волан-де-морт! К порталу! Волан-де-морт! Бегите к порталу! Да, капитан. Почему вот он телепортируется, а мы не можем, как бы, телепортнуться сразу к тапку и все. А, чуть-чуть. Нет, все нормально? Like a pro. Какие-то руны, кстати. Славянские. Да пропусти ты эту хрень. Мне интересно же. Сейчас сюжет новый между ними. Новый семестр в Хогвартсе. В этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников. Четырех. Поприветствуем наших гостей. Учеников школ Шарм-Батон. Да, это понятно. Все знают. Позвольте представить профессора Грюма, вашего нового учителя защиты от темных искусств. Одноглазый Джо. Омут памяти. Окей. Выберите эпизод. Эпизод недоступен, эпизод недоступен. Поехали. Это же беда. Ну, давайте на этот раз сыграем рыжим. Чего? Тоже прокачка есть героев. Что за бред? Зачем?
Я не хочу заморачиваться в Гарри Поттере. Гарри, так, Рон и Гермиона встретили Грюма на уроке защиты от темных искусств. Я не хочу заморачиваться в Гарри Поттере с прокачкой героев, выбора ловкости, танка там и всей этой херни. Я хочу просто побегать. Хотите знать, зачем я привел вас сюда? Ты? Здесь ты вы педофил? Научитесь защищать себя. И помните, постоянная бдительность. Конечно, конечно. Как нам туда перебраться? Так, теперь нанесите удар. X. Я нажимаю на X. О, ништяк. Синие конфетки влияют на силу ваших заклинаний. Теперь идите в следующий зал. Ломай, круши, эй! Ребят, присоединяйтесь, весь. Какой следующий? Сюда вот там идти? Я иду. Отлично. Болотники! Опять они! Очень хорошо. Крокодилы. Серия ударов. Вот что нужно. Я убью его. Ну, смотрите, летающая хрень. Клево, давайте его перед экраном помотаем. Уи. В этом смысле. А, еще один таракан. Не использовать чары. Вы усвоили. Берегись! Там даже камни валяются. Это, наверное, те самые камни, которые я выкидывал. Они пришли мстить. Давайте. Трясутся коленки. Собирайте красный камень. Чем промахивается? Ну-ка. Таракан, иди сюда. Таракан. Ты что ж происходит? Нет, нам за Рона больше нельзя играть, короче. Так. Да сколько можно? Тараканы. Самый сложный метод истребления тараканов, по-моему. Поближе поднесу его. Вот так вот. А чё ты стоишь? Так, поднять его надо. Ну, давайте. Только не задирайте нос. Я ловлю, я ловлю. Почему ты не назад отходит, короче? Идите в следующий зал. Ой, а можно окно разбить? Сейчас я. Или вот как-нибудь. Вот. Так вот, так вот. Ну ладно. Бежим, ребята. Используйте заклинание Акцио. Зачем? Я ведро хочу. Блин, теперь вместо этих починов ведра. Короче, ни о чем уже. Неплохо. Акцию. Если до предмета нельзя дотянуться, используйте акцию. Да можно дотянуться, чё тут метр, два метра. Тут спокойно можно дотянуться рукой. Волшебные сладости помогут вам вернуть энергию. Спасибо, капитан. Это же ловушка. Даю зубы на ловушку. Книга заклятия Аквы и Рук. Клёво. Ништяк, братиш. Тын-тын-тын-тын. Чёрт. Идите в пень. Только чемпион может выиграть турнир. Да хватит базарить. Для этого он должен выполнить три очень опасных задания. Имена чемпиона. Имена чемпиона. Там, по-моему, где-то минут 30 фильмов. Да нет, там больше, 40 фильмов прошло. Виктор Крам, Флёр Делакур. И, наконец,
Седрик Дигори. Гарри Поттер? Вот так неожиданность. Пом. Пом-пом. Как же так? Иначе каждый раз так будет? Урок 2. Блин, вот какая-то стрёмная прям версия игры. Мне уже она не нравится. Так, ну поехали, Поттером сыграем. Поттер, если вы хотите одержать победу в турнире, соберите все щиты. И помните, постоянная бдительность. Да иди ты в пень. Какие щиты? Куда идти? Опять туда? Акцио! Я хочу сюда пойти. Пойдемте сюда. Ну, так неинтересно. Поттер, вы собрались пробыть здесь всю жизнь? Чего ты переживаешь? Уи! Ништяк. Чтобы залить огонь, используйте аква и рукто. Чтобы залить огонь, надо потушить огонь. Что я делаю? Аква и рукто! Аква и рукто! Они, короче, что-то за меня делают, так неинтересно. Отлично, Поттер. Я просто профессионал. Клёво! Чтобы залить большой огонь, объедините усилия. Помогите мне! Да вы определитесь уже. Почему у них струя гораздо больше, чем моя? Смотрите прям. Неплохо. О, сейчас ништяк. Нет. Отлично. Фигня какая-то. Хорошо. Да мне насрать. Не думаю. Акцио! Очень хорошо. Теперь вы запомните это существо. Это громоящер. Громоящер это. Я, бром. Алло. Остынь, братиш. Хорошая работа, Поттер. Но помните, постоянная бдительность. Какая бдительность? О чем тут? Детская игра? Наверное. Нанесите удар. Я наношу. Ну что это? Пробуйте использовать чары. Ау! Аква и рукто! Лапифорс! Да ладно, он работает. Ты же остыл, парень. Ультимейт. Клево, поехали дальше, что ли? Отлично. Эти саламандры просто кошмар. И дырки в штанах прожигают. Стопудово тут ништяки, короче, лежат. Короче, никакого свободы действия. Мне эта игра прям уже на троечку. Так.
Что это за нахрен? Тот уже. Остынь. Идите в пень, короче. Аква и Рукта! Овчак Саламандр! Опять Саламандр. Хорошо, Грейнджер. Надеюсь, вы запомните это. Нифига себе. Бежим, ребята! Нифига себе, да бежим уже, бежим. Чё за нафиг? Ты офигела? Их здесь целая толпа. Целых две штуки. Помните, очаги саламандра видели? Погасите их, иначе оттуда вылезут новые саламандры. Да они меня сейчас убьют. Эпублио! Акваэрукто! Ау! Остынь, парень. Эбублио! О, ништяк. Чем во имя Мерлина вы заняты? Тушите огонь. А, окей, парень, вообще без базара. Лабифорс! Карпоритрактум! Чего? Думали, все будет просто, а? Давай, Рон, я в тебя верю. Идите в пень, короче, я сейчас умру. Акцио! Ну давай, Поттер. Поттер. Ауч. Ауч. Лапифорс. Акваэрукто. Инфлатус. Эбублио. Давай, тяни! Может, здесь уже не будет этих тварей? В характере Грюма сейчас напустить на нас сотню тварей. Давай, давай, я тяну. Карпе ретрактум! Ну, рыжая. Поехали. Что здесь делает подъемный мост? Это не важно. Попробуйте использовать карпе ретрактум. А, опять вы. Стоит отвернуться, там сразу саламандра. И не одна, Рон. Здорово, парень. Эбублио! Как оно? Отдохни. Вингардиум левиоса. Лапифорс. Так, в чем суть? Вингардиум левиоса. Она хочет сжечь нас. И она, блин, тут живет, по-моему. Сделано хорошо. Интересный подход. Пошевеливайтесь, ну. Ну что это такое? Алло. Нет, не так. Отлично, отлично. Уизли, что вы пытаетесь сделать? В натуре. Я хочу вот это сюда закинуть. Тушим, 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 ребят. Смотрим, что вы умеете. Нет, нет, не так. У нас получилось. Да ладно. Отлично. Теперь возьмите щит. Надо похиляться. Нет? Отлично. Это же щит. Круто. Свой новый уровень, эрудит. Отлично. Да понятно. Ну, я 105 набрал. Я молодец, я молодец. Так, ну что ж, наверное, на этом мы закончим. И увидимся в следующей серии.